Так, ребятки, нашел вот такую интересную организацию. Ваш салон. Ваш салон переводится с немецкого стиральный салон. Ваш салон. Ваш салон. Короче, он полностью автономный, людей там нету, там стоят просто стиральные машины. И есть аппарат. Сейчас зайду, там дедуля как раз решил постираться, оптимально для тех, кто не хочет покупать стиральную машину, чтобы она дома места не занимала. Опа, сейчас я зайду. Так, здесь пульт управления. Здесь цена. 6 кг. 4,50. 10 кг. 6,90. Выбираете машинку. Стирка идет полным ходом. Например, 19-я пустая. Выставляете градус и по-моему еще это время где-то выставлялось. Есть вот такие вот серьезные, наверное, для постели, да. Прикольно, если квартира маленькая, не хотите крутить. А, кстати, это сушка, походу. Да, это сушки. Вот стиралка. Вот стирается, выжимает. И здесь активируете, какая у вас машинка. У нас какая минут. Бросаете туда монеты. Это очень удобно. Если нет желания покупать стиральную машинку, чтобы она занимала место, пришли, часик посидели, постирали, высушили, пошли чистые домой. Я тоже иду на стоянку. Пройдусь еще чуть-чуть по городу.